Вот это как здесь все выглядит. Куча лежаков. Основная корчевня. Как называется, пищеблок. Жара. Идет солнце вообще просто нереально. О! Это басик. Вот тут. Очень прикольно. Дальше. Здесь все закрыто. О, видишь, это маленький росточек пробивается сквозь, так сказать, старое, изъезженное. И пробьются свежие ростки, как говорится. Вот. Дальше вот. О, так классно будет. О, видишь. Супердос. Что-то меня не тянет, честно говоря, в бассейне. Я не потому, что я так вот. Потому что там куча народу. Туалетов нету поблизости. Лучше на море. Вон море там. Вот. О! Вот так вот. Это сам отель. Ну как? Типа ГУК. Главное. Это. Главный корпус. То есть. Эти факультеты там чуть дальше. Гора. Вон. И здесь ресторан. О, белая цапля. Вот видите. Опа. И полетела. Пить воду полетела. Потому что там на море, вернее, в океане, не та вода соленая. Здесь у нас солоноватая, конечно, от того, что туалетов нет в округе, но тем не менее она более пресная, чем там. Вот. Так что так вот. Вот, видишь, чуваки тут отдыхают на старости лет. Очень хорошо здесь провести время. Так что вот так вот. Здесь наливают почти на халяву. Здесь тренируют. Вон, видишь, чувак, ему кажется, что он едет где-то по горам. Вон, видишь, это и кажется, наверное, что она плывет где-то. У них виртуальные очки. Видишь, вот это прикольно, конечно. Одеваешь очки и херачишь, как ненормальный. Всегда кажется, что ты куда-то убегаешь или катаешься где-то в более интересно. Хотя здесь тоже интересно. Понимаешь, что им еще хочется. Вон. Местный гид. Надо обойти. Не так просто. Пальма. Вот. Вот еще один чувак, только что с велопробежки. Что мало бегаю в последнее время, поэтому появляется небольшая отдышечка. Вот. Надо больше бегать. Или на скакалке скакать. Вот. Вот такой вот мини-отель. Вот, но это только здесь. Короче, если чуть подальше пройти,
Слушай, уже отдышка, бля. Капец. Ага. Все вот эти вот излишества, которые загудело. Да, вот эти излишества все, которые употребляются. Он чего красит? Ладно. Вон, а это все, что за бортом. Вон кактус. Да. Это все, что он. Дальше идет немного пальм и выжженная земля. Здесь на горе нифига не растет. Там очень жарко. Это сюда. Вот так вот. Маленький экскурс.